Ребят, всем привет. Вот. Сейчас вы увидите небольшие подборки роликов, на которых я ем лисье говно и фекалий. Вот. Вы, наверное, подумаете, я, наверное, блядь, типа такой, блядь, обезбашенный. Типа, может, кто-то подумает, что я дерзкий. Вот. Либо подумает кто-то, что я долбоеб там. Ну, вот. На самом деле нет. На самом деле просто каждый человек в жизни должен что-то попробовать, на самом деле. Вот. Вот я в жизни попробовал тараканов сырых и жареных. Кстати, это вы тоже сейчас увидите на моем ролике. Я сделаю подборку специальную. Вот. Что я только не ел, что я только не пробовал. Вот. Я считаю, что каждый человек в жизни должен что-то попробовать. Обязательно. Особенно такую дичь. Вот. Я не то, что хочу на этом хайпануть или что-то, но я считаю, что каждый человек должен это попробовать. Это не значит, что я там конченый долбоеб или конченый извращенец какой-то там или еще что-то. Вот. Просто я охотник, рыбак, промысловик. И я выживальщик. И я ем все. От кузнечиков до сырых лягушек, заканчивая ящерицами, змеями и так далее и тому подобное. Просто я русский человек обычный. Поставь мне просто лайк, если ты тоже русский человек, который ешь все. Просто каждый человек в жизни должен что-то попробовать. Обязательно. Вот. Вы должны попробовать говно в своей жизни. На вкус. Вот моча. Вот я вам сейчас сказал слово моча, и все сразу в подсознании наверняка задумались, блять, а ведь она ведь соленая, да? По-любому. По-любому каждый из вас знает, что моча соленая. Потому что всем в детстве делали матери примочки, там на фингалы, когда нас в школе били в первых классах, во вторых, там нам примочки делали. Потом моча стекала вот так вот по носу и попадала сразу на губу, и ты ее так язычком так тихонечко хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и по-любому пробовал, и она соленая на вкус, да. Мочу все пробовали, все знают, что она соленая. Вот даже не надо мне писать, типа, о, я мочу не пробовал, я ее не пил. По-любому пробовал. Каждый из вас знает, что моча соленая. Говно я ел, тараканов я ел. Сейчас вы все увидите. В принципе, да, что я вам буду рассказывать, перед вами оправдываться? Кто вы такие для меня вообще? Никто, и звать вас никак. Вот. Что я перед вами буду оправдываться? Я просто снимаю для себя. Я хочу с вами поделиться. Я поел тараканов, поел говно. А вы поели? Напишите. Напишите обязательно об этом в комментарии. Вы ели говно? А если ели, то какое? И как оно на вкус вам? Ребят, вот где мы сидели тут костра, мы обнаружили вот с Романом вот такую интересную хрень тут в листве. Не знаю, на что это похоже. Вот если вы видите, вот какая-то коричневая какашка, блядь. Не знаю, блядь. Вон, фу, блядь. В руки ее взял. Короче, вот, обратите внимание вот на свет. Что-то к ней тут прилипло, короче. Короче, вот какая-то лисья, фу, блядь. Лисья какашка, ребят. О, походу тут лисы обитают. Короче, да, снимай. Короче, я хочу попробовать на вкус, так как каждый охотник должен знать, где сидит фазан и на что способен каждый охотник. Тараканов мы ели уже, что нам бояться-то? Вот. Нет, по-моему, не лисья, блядь. По-моему, это собачья, ребят. Ну да. Вкусно. Запить бы еще чем. Нормально. Те люди, которые увидят этот ролик в начале, просьба слабонервным, с нервной системой, с психикой слабой, сразу поставить лайк автоматом и отвернуться от этого ролика. Потому что этот ролик будет посвящаться приготовлению тараканов черных, домашних.
Никаких там ни мадагаскарских, ни каких-то там зарубежных тараканов. Обычных черных, которые лезут ко мне в квартиру. Если у вас слабая психика, детей просьба убрать от экранов тоже. 18+. Смотрим. Наливаем масло на сковородку. Нагреваем. Нагреваем сковородку. Минуты 2-3, чтобы она уже накалилась. И когда мы высыпем туда тараканы, чтобы они не убежали сразу, когда им жопу поджарят, короче. Чтобы они не разбежались по всей плите. Бля, о, горячо, жопа горит там, и тыры-пыры. Чтобы они сразу там прихрустели. Поняли, да, ребят? Сначала нужно нагреть сковородку, чтобы они сразу там легли такие. Ах, солярий, короче, да? Джакузи, все дела, короче. Одели солнечные очки, там такие загорать начали, понял? А мы их жарим, короче, пока не загорают, да? Пока они не поняли, что произошло, да? Да, пока они не поняли, что произошло, мы их просто быстренько и приготовим. О, некоторые даже живые, смотри, зашевелились. Потому что завтра ехать на работу на сутки, ребята. Кушать-то хочется чего-то, а готовить-то не из чего. Я подумал, что а чем бы не воспользоваться подручными средствами, как говорится, выживание все-таки у нас. Не забудь оставить охранником. Да, не забуду обязательно оставить охранником. И Я не считаю, что собаки будут это есть, но охранникам я обязательно оставлю покушать. Потому что это чистый белок, ребята, очень вкусно. Тем более, это изысканная кухня, я бы так сказал. Это экзотика, извините, дорогая штука, только у меня такое есть. Ну, в общем, давайте, посмотрим, как мы их начнем жарить. А если вы слабонервные, покупайте чипсы. Давайте начнем. Пока все идет хорошо. Никто не прыгнул. Ребята. Ё-моё. Ребята, это очень вкусная штука. Самое главное, чтобы они не подгорали. Вовремя их перемешиваем. Один выпал. Но мы его подберем. Все. Ребята, смотрите. Они уже прошли термообработку. Горит уже просто масло. Ароматы неестественные. Думаете, какую приправу можно еще использовать, когда жаришь тараканов? Может куриную. Может шафран добавить в капусту. Добавь кетчуп или майонез. Можно, кстати, добавить кетчуп или майонез. Слили лишнее масло. Они остались абсолютно хрустики. О, жареные. Посолили. Самое главное, им дать время остыть. И когда они остывают... Они оживают. Вот это поворот! Вот, бабочку. Давай. Вот, и сваливаем их в бабочку. Обычный контейнер, в котором вы берете еду на работу, да, ребят? Я, например, беру еду на работу вот в этом контейнере. Ну а что, он маленький, вместительный, смотрите. Они все туда уместились. Вот. Обычные жареные таракашки. И когда вы завтра придете на работу, вам нечего готовить, нечего кушать. Вы наловили у себя дома на подножном корме тараканов, да? Пожарили вкусно, приправили. Берете зубочисточку так, сидите на работе, там сериальчик смотрите так. Зубочисточкой воткнули, ну, любого на выбор там, да, жареного таракана там. Раз так, два. О, проткнулся один. Обратите внимание. Вот. И его вот так вот вкусненько берете просто. И наслаждайтесь. И наслаждайтесь. Блин, он настолько, ребят, прожарился. Он настолько соленый.
Он вкусный, соленый, он прямо крошится во рту, как чипсы на московской подгоревшие. Вы там даже нет ни кишок, ничего. Просто... Тогда нужен еще бекончик. Да. Огуречек. Ребята. Помидорчик. Блин, это вообще, вот смотрите. Второго беру. Кстати, я вам обещал, что я съем двух тараканов, когда вы на меня подпишетесь. Вы так на меня не подписались, но я все равно продолжаю их есть.